В Гродно праздник труда отметили парадом профессий. Более 1500 участников прошли по историческим улицам города в рабочей одежде. Сотрудники предприятий, медики, учителя, строители. Изюминкой праздника стало строительство стилизованного дома из полуметровых кубов. По задумке, макет здания символизирует родное место и любимую работу. Отмечены ценными подарками трудовые династии, общий стаж работы которых более 100 лет. Это праздник, который всех объединяет. Мы поздравляем всех и желаем присоединиться к нам, чтобы вы присоединились к нам и разделили эту радость нашу, эту сплоченность. Сегодня прекрасная солнечная погода. Мы с коллективом пришли поддержать. И настроение веселое. Ждем праздника. Всех поздравляем с 1 мая. 1 мая – это праздник труда. И по большому счету труд сплачивает наших людей. И благодаря труду мы можем смело и открыто называться мощным таким словом «белорусский народ». Потому что трудом добываются все и социальные блага, и трудом мы крепим могущество нашей страны. Для маленьких гостей на центральной площади города организовали интерактивную выставку «Город профессий», где они могли примерить одежду энергетика или инкассатора, а также заглянуть в служебные автомобили. В эти минуты в городском парке проходят народные гуляния.